Каждый день праздник, каждый день фестиваль. Кому вы сегодня поставите лайк за выступление? Тимати. Натану. Ёлки. Моду. Он сейчас в данный момент поет, поэтому ему лайк от нас. Тимати. Моду. Ханя. Тимати, конечно. Всем. Натану. Тимати. Всем Блэкстар. Тимати. Моду. Айова. Все заслуживают. Айова. Тимати. Ёлки. Тимати. Всем. Ханя. Мой лайк будет, наверное, Блэкстар Мафия. Холли-Холливуд отдыхает просто. Когда мы гуляем, то гуляем жестко. Мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем клубную всю целину. Кто устал, тот и слабак. Для многих это смысл жизни. Чем больше лайков, тем люди счастливее. А для некоторых, ну, это просто приятная цифра, которая говорит о твоей востребованности, о твоей узнаваемости и о том, насколько ты интересен людям. Спасибо большое Like FM за то, что они собрали, на мой взгляд, наиболее такой мейнстримовый костяк артистов, которые сейчас гремят на всю страну, и для меня большая честь оказаться в этом числе. Наверное, я отнесу лайк к улыбке. Чем больше людей тебе улыбаются, тем, наверное, лучше у тебя настроение. Мне кажется, это интересно. Вообще все новое всегда хорошо. И, наверное, стоит пожелать радио Like удачи. Будьте инноваторами, будьте трендсеттерами, а мы, артисты, будем вас поддерживать в этом. Красивая стерва, красивая, такая милая стерва, и милая, ее люблю я, наверное, так сильно я, моя любимая стерва, любимая. Лайк – это то, что нравится, правильно? Для артиста важно, чтобы ему нравилось то, что он делает, его музыка, его творчество. Естественно, должен быть лайк при этом всем. Когда я узнал, что ребята, которые пришли сегодня на огромное мероприятие, могли управлять этим шоу, мне кажется, это довольно-таки интересно. Если я не ошибаюсь, такого еще никто не делал, и это прикольно. Уважаемая станция Like FM, спасибо вам огромное, что ставите наши песни, что предоставляете возможность большой аудитории людей слушать наше творение. И, конечно же, нашим поклонникам, которые любят наши песни и поют вместе с нами на концертах, большое спасибо. Мы с вами, мы делаем это для вас и от души. Я тебе не уступаю, конечно, зрители должны выбирать порядок и самих артистов, в принципе. Мне, например, лайки поднимают настроение. Это как минимум крутая идея, что люди сами теперь выбирают формат мероприятий и тех артистов, которые они хотят слушать. Вообще интерактивные концерты, наверное, вот Like FM первые, кто вышли с этой идеей. Это такая передовая идея. Здесь мод из круче и честь. Blackstar команда the best. Берегите свои головы. Летящие в все стороны. Наш товар на горячками. Комнате усы и все подали золоты. Этот вирусный звук Москвы до Любели точно узнают. Ставьте лайк артистам Blackstar. Скачивайте их песни. И мы обещаем вам дать еще больше контента и привести на рынок еще больше артистов. Скоро вечеринка Like FM будет на 80% состоять из артистов Blackstar. Спасибо Like FM за то, что пригласили. Спасибо.